Продолжаем летсплей Sonic Adventure DX. Я думаю, в этот раз уже начну без лишних предисловий. Просто начнем предпоследнюю историю за большую кошку. Классно, дискоцены все-таки. А что? Нет. Ты выглядишь немного странно, братик. Что с твоим хвостом? Эй, подожди минутку. Ты сожрал мой счастливый талисман. Вернись. Что случилось с тобой? Что-то здесь не так. Мы всегда были друзьями, годами. Фогги, подожди. Ох, дорогуша. Эй, Фогги. Выходи, выходи, где бы ты ни был. А, черт. Куда же мой лягушкин свалил? Ну что ж, история самого непримечательного, самого, по мнению большинства, неинтересного и не играющего роли в сюжете персонажа. Он вот, кстати, еще один пример стоящих этих типков. Тупо стоят и ждут, пока все случится за них. Ну шевелитесь, давайте, если вам надо найти, идиоты. Я не Эггман, я большой жирный кот. Да. Ладно, забьем на этих ребят и пойдем уж поищем какие-нибудь апгрейдики. История Бига насчитывает целых 4 уровня, в отличие от троих временных, но зато эти уровни очень короткие, очень мягкие, ну и как и стиль геймплея за него, просто наиболее банален, что ли. В отличие от всех предыдущих персонажей, ему вообще не нужно ничего делать, кроме как поймать свою несчастную лягушку, которая будет удирать от него на протяжении всей его истории. Кстати, здесь можно бить врагов удочкой, правда, это, не знаю, это настолько неэффективно, это как, не знаю, как в самом деле взять и начать бить роботов удочкой. Ладно, так или иначе, Биг, не знаю, зачем мы вообще вели, если подумать, потому что роль в сюжете он играет минимальную, но тем не менее, если еще подумать, не такой уж и плохой персонаж. Роги, где ты? Подожди, не убегай. Что он делает под машиной? Что случилось? Я, честно говоря, предположил бы, что Бига сделали чисто так для, не знаю, отдыха, что ли, какого-то. Или типа того, чтобы герои после... Тут игроки-герои. Игроки после продолжительных беганий за Соников, Тейлза, перед всякими пропастями, опасными врагами и всем прочим, просто могли взять и расслабиться, немножечко отдохнуть от всей этой аркадности. И половить рыбу, естественно. Ой, хвостик пережало. Ну, ему это не повредило, видимо. Так, за него управлять довольно-таки трудно, потому что все время что-нибудь втыкается и... Еще он самый медленный персонаж вообще в этой игре. Потому что у него нет вообще никаких ускорений, поэтому... Ой, приходится терпеть.
Хотя бы рады, что его уровни короткие. Все, что ему нужно сделать, это просто кинуть удочку и после череды таких простейших действий, типа прицеливания, вычисления фроги и непродолжительного ожидания, просто потянуть на себя лягушку и все. Правда, лягушка должна заметить поплавок, а это вот довольно-таки хреново. Поплавок, нет, стоп, это же приманка. Поплавок это... Я вообще никогда не любил рыбалку, если честно. Так, ну-ка. Давай, подтягивайся. Ну. Так, заметил. Так, еще при этом подтягивая его, нужно смотреть, чтобы не порвалась леска. Иначе это, как ни странно, отнимет у Бига жизнь. Ну, видимо, запасной лески у него не предусмотрено. Ах ты тупая лягушка, ну сюда иди. Так, поэтому нужно следить за перегревом. Ой. Да остывай уже. Тут еще такая музыка прям тоже. Как будто какой-то бонус уровень, я бы сказал. Хотя на самом деле, не знаю, нужно что-нибудь эпическое и напряженное. Ну давай, что ж ты... Я просто боюсь перетянуть, потому что что-то фроги как-то сопротивляется сильно. Леска прям... Блин, сейчас разорвется. Есть, я его все-таки взял. Вот так, собственно, и проходит эти 4 уровня за него. Просто нужно поймать лягушку и все. И там немножечко кое-где погулять и посмотреть катсценки. Ну и смотря на это, мне персонаж почему-то нравится. Даже не знаю почему. Может, потому что он хороший просто. Никому не вредит, никому не мешает. Так, ключик упал. Опять это, блин, вылетела здоровая оранжевая свинья. А, на чем я остановился? А, на том, почему он, я считаю его хорошим, да. Несмотря на всю кажущуюся неуклюжесть, унылость и бесполезность для сюжета, все-таки, не знаю, какой-то харизматичный немножко, что ли. На фоне всех вот этих вот напыщенных немножко героев, злодеев и всех прочих, такой вот простой, неряшливый, немного веселый и, как бы так сказать, нейтральный ко всему персонаж, в общем. Возможно, поэтому он хорош, мне кажется. В Sonic Heroes у него, конечно, будет побольше роли играть, и от него толку будет значительно больше, чем здесь, где он все, что он может, это махать удочкой своей. Но... Не знаю, мне он просто нравится, если честно. Я даже не могу толком объяснить, почему. Может быть, потому что он кот, а у меня мания на котов, но... ладно, это уже что-то не то. Так, вставляем ключик. Геймплей за него все ругают, естественно, потому что не все любят как раз-таки вот этот вот отдых от аркад и бегание с этой удочкой, вылавливание лягушки. Хотя на самом деле ничего сложного здесь нету. О, апгрейдик. Ты получил живительный жилет. Он поможет тебе плавать под водой. Не знаю, зачем я это озвучиваю вообще. И так все понятно. Жилет, пояс обычно это. Просто забыл, как называется. Спасательный круг же, кажется, да. Ну хоть какое-то ему послабление. А еще, кстати, он умеет очень быстро лазить по лестнице. Он просто скорострел. Нет, скоролаз я имел в виду, да. Вот этот его самый длинный уровень. Длинный в том плане, что здесь можно запутаться, куда идти, хотя на самом деле ничего сложного нет. Нужно всего лишь поднять 100-500 мегатонновую скалу и силой кинуть ее так, чтобы она пробила лед, потолок, космос и так далее. А затем можно отправляться гулять в другое место, поскольку мне нужно найти апгрейд для его удочки, вернее, приманку. Всего у него здесь целых 5 штук приманок, одна из них недоступна, насколько я знаю. Если она вообще существует, это не миф. Так, а еще 4 я могу взять, одну из них я уже подобрал на площади станции. Приманки нужны для того, чтобы, как я понял, спаунилась рыба побольше. Блин, зря сюда зашел. Поскольку второе и третье задание за него, это... Задание за эмблемы, которые это... Ловля непосредственно рыбы, а не этой мелкой вонючей лягушки, которая весит всего 500 грамм. Ловля рыбы — это действительно геморрой, я согласен с этим. И это очень унылое занятие, мне оно тоже не особо нравится. Кстати, в интернете есть уже, ну что еще лет есть, это трейдер, в котором удочка Бига не ломается, поэтому если у кого-то проблемы с вот этим уровнем... Блин, уши Бига провалились сквозь скалу.
Поэтому если у кого-то проблемы с этими уровнями, то всегда можно найти его и прохалявиться, потому что поймать 2-килограммовую рыбу это действительно трудно. Так, вот, блин, да что ж такое-то с камерой сегодня, а? Я тоже немного путаюсь с управлением. Я же говорил, что мне нужно играть, перекрестив руки, поэтому это очень неудобно. Какого хрена ты делаешь, Пик? Так, вот, молодец. Ты куда это я упал? А, вот я куда упал, блин, да что ж такое-то? Это жесть какая-то. Так, кажется, это здесь. Ну-ка. Да. Пик, по-моему, может утонуть, поэтому надо быть поаккуратнее, как бы он меня не сдох случайно. Так, ну и вот она, собственно, приманочка. В скелете динозавра. Ужас. Так. Блин, я что-то хотел столько всего рассказать про него, блин. Как-то сложно. Потому что я еще все время путаюсь с этим управлением, что вообще тут хрень происходит. Ой. Так, я говорю, кажется, об унылости геймплея, которая не нравится вообще никому. На самом деле ничего здесь сложного нет, просто надо следить за удочкой, да и все. Первые уровни за него имеется в виду, которые, в которых нужно ловить фроги, а они проходятся очень даже легко. Проблем в этом нет никакой, но просто он людям не нравится все равно. Так, кажется, отсюда я пришел, да? Никому не нравится отдыхать от аркады, немножечко порыбачить. Хотя проходит его история, блин, да. Я тебе, честно говоря, уже не могу сказать, что она проходится довольно быстро, потому что что-то у меня все хреново как-то идет, я только на втором уровне. Из четырех, да блин. Все, наконец-то вернулся, и Биг хлопай ушами, вот он. Вот он, Фроги опять. Может ловить свою обожаемую лягушку. Ну, может, еще зато мне нравится, что у него как раз таки такая-то. Блин, как это называлось? Отеческая привязанность к своей лягушке. Своему любимому питомцу, который он пытается спасти, несмотря ни на что, несмотря на то, что этому питомцу не особо этого хочется, в общем-то. Многие поговаривают, что Биг француз, он просто любит есть лягушек, но это, по-моему, глупый вариант, потому что он был давно уже сожрал своего Фроги. Я пока что еще ни разу не слышал, чтобы он их менял. Ну, это я опять уже ни к силу, ни к городу, а что говорить. Ну, давай, замечай уже ты. У меня уже приманка обвисла вся. Да. Приманка сейчас похожа на Соника. Так. Там, кажется, еще можно как-то удочку дергать, но... А, да пофиг. А что теперь должен делать? Биг сказал. То есть получается, что вот этот вот танец это не радость, а наоборот, то, что он его упустил? Или что? Что-то не понимаю. Действительно выглядит так, как будто Фроги у него над головой летает. Где? Так, придется на секундочку отвлечься и заглянуть в мистические руины, чтобы найти там... В джунгли имеется, то чтобы найти там еще приманку и удочку, которая лежала в самой первой катсцене у него под сидушкой. Ну, можно, конечно, это забить, но почему бы и нет? Я же все равно собираю апгрейды за всех персонажей, поэтому... Ой. О нет, он схватил моего маленького дружка. Упс. Ух. Хорошо, что я нашел тебя. Упс. Что мне теперь делать? Может поднять задницу, повернуться в его сторону, что ли, или что? Биг какой-то слоупок, конечно, ничего не скажешь. Ну, Тейлз тоже сволочь, как он мог его не удержать, а? Подлюга, на тебе похаре удочкой. Да-да-да, конечно. Так, ну, ладно, пожалуй, не буду уже вас пучить этими поисками апгрейда. Все равно Биг, как я уже сказал, двигается медленно и... Это уже просто уныло все становится, поэтому просто двинемся в город обратно, чтобы найти там Фроги. Ну, если что, светящийся шарик подсказывает, где нужно его искать. Go to Station Square. You may find something. Да. Действительно. Вообще, будь он чуть побыстрее, он бы мог заменить даже Наклза, потому что он сильнее его, потому что Наклз ни разу не поднимал машину или громадные камни. Ну, по крайней мере, в этой игре.
Но, к сожалению, все должно быть компенсировано. О, а вот и Соник. Но тоже стоит и думает. Я подумаю сначала, стоит ли идти за этой чеканушкой, которая постоянно меня преследует или нет. Его, в смысле. Да. Ну, экран потемнел, да, еще что-нибудь такое сделать, какой спецэффект забавный. Ну, вообще. Кстати, жирный здоровенный Биг тоже может кататься на машинах, и водитель, честно говоря, не против. Да, они совсем не возражают, пускай ездит, что ж. Попробуй только возразим, да. Можно детей, кстати, пошпынять большой кошкой. Но! Ой. На, похари палкой, на, похари палкой. Так, ну ладно, ладно, ладно. Я ж просто не знаю, что сказать, поэтому опять начинаю творить глупости. О, теперь здесь другой чувак стоит. Ищите мистера Фрогги. Боюсь, никто здесь не оставался в этом отеле. Да. Так. Вообще, кстати говоря, в самом начале игры еще о людях, которые здесь расположены, совсем забыл упомянуть, что они не только обсуждают друг друга там это, и так далее, и просто несут всякую фигню, они еще и зачастую комментируют то, что случилось, поэтому их всегда интересно послушать. Так, ну вот тоже еще одна урезанная версия уровня, но при этом она выглядит значительно красивее, чем сониковская. Почему? А потому что здесь есть маленькие разноцветные рыбки и большие рыбки. То есть вот просто посмотрите на эту красотищу, это же просто прелесть. Особенно для Sega Dreamcast. Вот, кстати, вот это место, здесь Соник побегал. Он запрыгнул вот сюда наверх и побежал вон там по пружинке наверх. Да. Объяснил. Так, а теперь поймаем-ка лягушечку. Вообще никакой проблемы нет, потому что можно ловить просто сидя в воде. Так, Фогин, ты же заметишь, да? Заметишь приманку, да? Так. Это же у нас хорошая жирная лягушка. Аж полкило весит. Ну вот и все. И почему я не понимаю, все так боятся этих уровней? Я имею в виду именно уровни с лягушкой, а не только с ловлей рыбы. Ничего сложного же нету, ну. Я сначала, конечно, тоже не понимал, но это недолго было. Оп. Фрогги? Фрогги? Он убежал. Нет, постой там, вернись назад, пожалуйста. Отдай мне моего братюню назад. Я тебя умоляю, придурок. Да, вот так вот. Судя по всему, как раз тогда Наклс встретил Гамму, когда он бежал с Фрогги назад на яйценосец. То есть, получается, и Биг тогда тоже туда бежал. Как они не встретились еще? Потому что вот только теперь яйценосец вылетел. В общем, все интересно. Фрогги? Это место не выглядит для меня знакомым. Пахнет Фрогги где-то здесь. Думаю, мне стоит посмотреть, что за дверью. Ну да, Биг, whatever you say, как говорится. Интересно, что это он так хорошо чувствует запах Фрогги, прям даже подозрительно. Вот здесь в тюрьме находится еще одна приманка, ну да хрен с ними уже, что париться-то. Отправляемся на последний уровень горячего убежища. Ну вот, как я и говорил, его история просто сверхлегкая. Ничего не скажешь. Ну, как персонаж, он мне все равно нравится. Так. Здесь мы уже бегали за М-ку. Правда, вот тут был рычаг, видимо, она его выломала вместе с рукояткой. Так, а сейчас пока что пробегаемся и забудем обо всех. Хотя Биг, в принципе, не так уж и медленно бегает. Особенно вот так. Блин. Давай, 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 залезай, 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 жердей. Нормально, в общем. Его низкая скорость и отсутствие в сюжете компенсируется малой, собственно, активностью в этом сюжете, потому что его история сверхкороткая. Короче, чем Эми. А, вот где Фрогги. Похоже, ему нужна моя помощь. Естественно, Биг не спрашивает Фрогги, нужна ли ему его помощь. Ну,
Владельцы всегда знают уже, что им, что нужно их животным. Так сказать. Да, сначала наливается вода, и потом в ней внезапно спаунятся различные рыбы. Ой, вон какие чудища здоровенные. Но при этом они все не агрессивны, они не кусаются и проходят сквозь меня. То есть, чисто декор. А, вот и фоги, кстати. Как я и говорил, опять же, никакой проблемы вообще абсолютно нет. Но приходится отплывать чуть подальше, потому что Биг просто не может кинуть под себя поплавок. Так, фроги. Давай, почуй задницей. Вот, молодец, почуял. Так, давай. Эй, ты что творишь, сволочь? Сюда иди. Давай. Ой. Блин, сегодня какой-то злобный, я смотрю, сопротивляется прям. Только не говори, что еще леску порвешь, скотина. Тут вроде как можно как-то еще крутить удочкой, чтобы его ослабить, его давление с той или иной стороны. Но я, честно говоря, в этом никогда не разбирался. Я уже говорю, почему. Потому что это нафиг не нужно. Уровни все равно очень легко проходятся в этом плане. Это даже уровнями сложно называть, потому что это просто халява. Пришел, взял, ушел. Никаких шариков, никаких боссов, ничего. Все, игра практически пройдена за него. Танцует в воде. Естественно, Тикал не могла обойти вниманием и его тоже. Мы теперь снова навсегда друзья вместе, правильно? Фоги такой несчастный. Это странно. Где я? Фроги? Судя по всему, Тикал, видимо, решила оповестить вообще всех героев о своих проблемах и так далее, потому что она даже Бига сюда засунула, но... К сожалению, стоит отметить, что не все герои прониклись. Например, Эми было вообще пофиг на ту сценку. Бигу, к сожалению, тоже пофиг на то, что он видит. Он быстро это забывает и думает о насущных проблемах. Ну и так далее. Вау! Ух ты! Is it all right for me to be here? Я могу быть здесь? Значит, ты веришь мне? Значит, вот эти семь изумрудов хаоса. Может, это мы? Служители, это семь заводов хаоса. Объединяются одним контроллером. Семь заводов хаоса. И контроллер это... Может это быть звук, который контролирует семь хаосов? Вик, естественно, ни хрена не понял. Ну и я тоже, если честно. Фроги в него провалился. Фроги, мне не нравится это место. Что-то случилось сейчас. Кажется, нам стоит спасаться. Я не знаю, кто нас спасет. Нам пора идти, братюнь. Emergency alert has been canceled. Resuming monorail operations. Так, ну ладно. Биг сажал в себя фроги, видимо, потому что он провалился в его живот почти полностью, а теперь явно совершенно. Здесь нам в какой-то веке дают воспользоваться монорельсом, о существовании которого мы узнали еще с первой истории Соника. Ой, Биг, кажется, подглюкивает немножко. Выглядит, как будто у него фроги здесь просятся наружу, блин. Да, ужас. Ну что ж, пора закончить его историю, к сожалению. Совсем как-то все уныло получилось, но... блин, я сделал все, что мог, извините. Собственно, вот оно наше спасение, торнадо. Можно хоть сейчас сесть и лететь, да? Ой, но Биг вместо того, чтобы сесть в торнадо, начинает выделывать вокруг него какие-то штуки, кувыркаться и... я не могу сказать, что он делает, если честно, но мне кажется, это ничего хорошего в этом нету. Ладно,
Он не хочет, в общем, лезть в торнадо. Видимо, изо всех сил пытается. Но нам нужно идти к Хаосу. Эй, Хаос, как делишки? Hello. Эй, hey, you little piece of shit. Hello. Ну, наконец-то. Почему он летает? Так, я вижу, что ты пытаешься сбежать. Я вовремя. Хаос, возьми его. Возьми эту лягушку. И не забудь, зовут Хаоса. Биг пока что соображает, что происходит. Хорошо, а теперь бей, бей лягушку. Фрог укал твой хвост. Когда ты возьмешь твой хвост, ты будешь полностью завершён и ультрасильный. Биг наконец-то сообразил. Надо помахать руками, естественно. Это лучшая мысль. А потом поставьте подумать, а пускай Фроги сожрется Хаосом. Да. Слоупок пришел. Невероятно. Посмотрите, что случилось. Хаос снова потрансформировался. Лоу. А, хорошо. Давай, мочи его. Фроги. Я спасу тебя. Не волнуйся, братюнь. Так это твой друг, да? Не волнуйся, я верну его. Смотри на меня. Не волнуйся, Фроги, не волнуйся, мы спасем тебя. И внезапно босс Хаос 6. Объясните мне, пожалуйста, какого хрена здесь происходит? Куда делся Соник? Куда делся Эггман? Куда делся Владимир Путин? Я не понимаю, что за хрень здесь творится? Почему Соник его не спасает? Почему это должен делать я? Почему Хаос так... Почему Хаос меня вообще бьет? Я же ему ничего не делаю. Я же всего лишь хочу спасти своего Бадди. Вот так. И я с боссом побежден. Что, господа, хотели что-то интересного? А вот фигушки. Хаос побежден, теперь его убьет Соник, потом Наклз, а нам пора сваливать. Ура! Соки, лол. Я не позволю забрать тебя опять. Вали, валите отсюда нахрен. Я сделаю все остальное. Ладно, спасибо. Пойдем, маленький дружочек. Время двигаться. Что, разве это конец игры? Нет, конечно, нам еще дадут немножечко поуправлять за Бига. В том числе посмотреть на то, что на арене вообще опять никого не осталось, опять все куда-то сгинули. Ну, возможно, что у Бига просто отключилось воображение, он просто не видит то, что ему не нужно видеть. То, что они все пропали из его поля зрения, ну, ладно, это уже не мой маразм какой-то. Что, честно говоря, даже не знаю, какие здесь итоги подвести. Кроме того, что эта история такая малость нелепая, туповатая, и вообще непонятно, зачем она здесь есть, но без нее, по-моему, никак. В общем, она мне все равно нравится. Потому что она такая забавная, простенькая и глуповатая. Пусть и не вяжется с историями остальных персонажей. Ну что, теперь пора отпустить Бига отдыхать и приняться за последнюю историю робота Гаммы. Что? Эй, может мы сможем это использовать? Я не знаю ничего об этом. А, бог, я попробую, в любом случае. Бедные Фроги. И что самое интересное, Биг умудрился не только завести мотор, разогнаться, взлететь, но еще и приземлиться. В общем, Биг молодец. Все остальные лолки.
А что еще может быть? Пока Соник, Наклз, Тейлз сражаются с Эбоном, Хаосом, спасают мир, наш дружище Биг вернулся в мир. Мир спокойствия со своим другом Фрогги, и теперь они снова будут жить счастливо и слушать великую песенку Lazy Days. Нет, все-таки это танец. Двадцать один ноль три, 24 декабря. Йоу.